Торговые сети должны предоставлять полки для местных производителей. В Бердскую общественную палату обратились предприниматели, которые не могут разместить свои товары в крупных магазинах города. Небольшая кондитерская или небольшая булочная, которая с удовольствием бы присутствовала. Вот берем пример нашего Бердска. Есть много сетей. И она с удовольствием присутствовала бы совершенно в маленьком, в минимальном объеме в этих сетях. Но нет у них денег, у таких небольших мелких предпринимателей, чтобы заплатить за вход. И они вынуждены заниматься торговлей. Зачем производителю заниматься торговлей? По разным оценкам, сегодня для того, чтобы поставлять продукты в торговые сети, нужно заплатить 100 тысяч рублей. Если даже предприниматель соглашается на это, то в итоге закладывает эти траты в цену товара, как следствие необоснованное завышение стоимости. Еще одна проблема возникает, когда сетевой магазин появляется в небольшом населенном пункте. Это сразу бьет по местным товаропроизводителям. На данный момент бердские предприниматели и общественники приготовили письмо в областное правительство. Главное требование: в торговых сетях должно оставаться 20% площадей для местных производителей.